Эва, на чё, друзья? В общем, всем привет, с вами, как всегда, Мигу. И, кажись, у нас еще одна карьера слетает, и не по моей, кстати, глупости. Это уже не я. Это компьютер. Это мой компьютастер, который выдавал синий экран смерти чаще, чем я в туалет ходил, извините уже за сравнением. И я сейчас захожу, хотел записать новую серию карьеры за Милан, которой не было давно, потому что я ее записал, но... По-моему, как раз при выходе из FIFA у меня выключил синий экран смерти. Вот, в связи с чем запись не сохранилась. Там только самое начало серии, буквально первые 5 минут, даже не матч, а просто какая-то там эта хрень была, в общем, неинтересная. И, естественно, запись не сохранилась. Настройки все пришлось заново устанавливать на исходных. Новый профиль создавать. И сохранение с Миланом, как мы видим, кирдык ему настало. Поэтому... Да, к сожалению, придется, наверное, удалить карьеру за Милан. Другого выхода у нас нет, поэтому... Извини, карьера за Милан. Видимо, больше ее не будет у нас на канале. Ну, может, это и к лучшему. Осталось у нас 4 карьеры. Германия, Англия, Бобби Браун и сборная России в ПЭСКе. Так что... Да, вот так вот. Грустненько все закончилось, причем очень неожиданно для меня. Я зашел, думаю, сейчас запишу Милан, давно не было, потому что вот 2 недели не снимал, там серия не сохранилась, думаю, ну и хрен бы с ней, просто зайду, покажу результаты и все, и как бы и спокойно едем дальше. Но, видимо, не судьба, и поэтому карьера за Милан официально окончена. Это была тоже очень классная карьера, спасибо всем, кто поддерживал, спасибо всем, кто смотрел. Ставил лайки, писал комментарии по поводу того, купить кого. В общем, вы самые лучшие, как обычно. Ну, а мы тогда попробуем по последней серии записать хотя бы вот остальные карьеры, потому что у меня такое объявление числа 17 июня, там 16-18, посмотрим. Я уезжаю в деревню, насовсем, на лето, поэтому карьер не будет. Был, конечно, вариант попробовать наснимать, ну так, наперед серий и выложить их, выкладывать там раз в неделю, да, хотя бы, чтобы по одному видео стабильно было, а не простой в 2 месяца был. Я это, может быть, сделаю, но это будут явно не карьеры, скорее, потому что, ну, как бы, одна серия карьеры раз в неделю, а у нас 4. То есть, понимаете, чтобы летом придется ждать целый месяц следующую серию какой-то одной карьеры, поэтому карьеры мы, я думаю, доиграем уже... В августе, когда я приеду, там все равно до выхода FIFA будет, ну, примерно месяц, да, где-то полмесяца будет еще до выхода PS22, скорее всего. Вот за это время мы пытаемся в темпе вальца хотя бы до какого-то логического завершения все эти карьеры довести. Вот, ну а пока я сейчас, значит, отправлю записку карьеру за Бобби Брауна, так как она у следующая идет. А, опять же, карьера за Милан у нас... Окончено. Всем спасибо. До скорой встречи. Всем пока.